На конкурс дети читают стихи. Бодров Даниил 7 лет и Кирова Елизавета 6 лет. Есть праздник победы, мгновение печали, когда метроном начинает отсчет, когда поминают минуты молчания, все, кто с вами никогда не придет. Так, мать помнит о том, что любимый сыночек бесследно пропал на проклятой войне. Осталось письмо, треугольный листочек, да фото на память о нем на стене. Да вспомни, братишка, про старшего брата, который пылающий свой самолет направил в колонну. Врага супостата геройски закончил последний полет. И старый отец тоже вспомнит о сыне, служил краснофлотцем тут перед войной. Он где-то лежит в запредельных глубинах, на лодке подводной в пучине морской. И вспомнит невеста минуты прощания, когда жениха провожала она, как он ей вернуться давал обещание, но только иначе решила война. А дочери юной родители вспомнят. Она на войну после школы ушла. Из раненых наших бойцов с поля боя спасала она, а себя не спасла. В минуту молчания 9 мая все вспомнят, кто деда, а кто-то отца. Всех павших в те годы, невольно стирая горючие слезы ладонью с лица. И минуту молчания быстро проходит, а боль потерянных никогда от нас спокойно никуда не уходит. Она будет в памяти нашей всегда.